Доброго времени суток. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как обновить Доктор Веб с 11 версии до 12. Конечно же, стоит взять во внимание то, что 12 версия является тестируемой версией, то есть бета. Поэтому переходить на нее или нет, решайте только вы. Ну ладно. Итак, у нас есть ключик Доктор Веб. Это бета-ключик на 12-ю версию. Если мы поставим ее в 11-ю версию и обновим доктора Веб, то получим как раз нашу искомую 12-ю версию доктора Веба. Вот она у меня уже стоит. Так как я эту процедуру уже сделал. Нажимаете лицензия в 11-й версии. Купить или активировать новую лицензию. Указываете путь к данному файлику. Нажимаете «Готово». Выбираете этот ключик из списка ключей. Нажимаете кнопочку «Сохранить». Обновляете вашу версию доктора Веба 11, перезагружаете компьютера, и у вас станет так же, как у меня, 12 версия доктора Веба. Еще раз скажу, что этот ключик предназначен для бета-тестирования, он на 40 дней, функционал будет неполный, но все же компьютер ваш защищать будет. Вот такой небольшой видеоурок о том, как обновить доктор Веб до 12-й бета-версии. Всем спасибо за внимание.